Мэр Магадана Юрий Гришан ответил на вопросы слушателей в прямом эфире Авторадио. Одной из тем стало подведение итогов 2020 года. Градоначальник рассказал о своем отношении к должности мэра, а также о процедуре прошедших выборов главы муниципального центра. Я оценил ситуацию. Действительно, сейчас очень жесткая финансовая политика. Очень сложно быстро выполнять те задачи, которые ставят национальные проекты. Здесь нет времени на раскачку. Здесь нужно действительно все взвесить. И те люди, которые там 30 человек на второй тур подали заявление, я вот на них смотрел, многих, я больше половины я знаю этих людей. Я бы хотел все-таки послушать этих людей. Может быть, какие-то есть интересные вещи взять их для повседневной работы. Вот кого-то, может быть, там есть молодежь, мы поставим в резерв в кадровую мэрию. В мэрии Магадана есть должности, где можно тоже себя проявить на благо города. Глава областного центра отметил, что самое главное – это услышать, что хотели бы привнести другие кандидаты в мэры в своих программах. По словам градоначальника, предложенные идеи ему интересны, и такой диалог должен состояться. 200